Знай же, что на самом деле, если ты будешь распространять недостатки своего брата, то непременно Аллах даст власть над тобой тому, кто распространит твои недостатки. Это справедливое воздаяние. Не думай, что Аллах находится в неведении о том, что творят беззаконники несправедливые. Однако наоборот, Аллах даст над таким власть тому, кто будет поступать с ним так, как он поступает с людьми.